осознали, что церковь не является канонической, и приняли решение вернуться в православный храм канонический. Как это можно сделать? Для тех людей, которые были крещены не в православной церкви, есть определенный чин воцерковления или миропомазания, или полностью крещение. Это зависит от той конфессии, с которой они приходят в православие. Для того, чтобы они сделали все правильно, они должны прийти к священнику в храм, все сказать ему, вот как, так сказать, все произошло, как получилось, и священник сам им подскажет, какой дальнейший путь, дальнейшие шаги, что им надо сделать, чтобы воцерковиться в православной церкви. Это несложно.